Всем привет, ребята! На канале Дарина. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Кто что ест? Утро начинается с завтрака чудесного. Мама приготовила кашу полезную. Нет ничего на свете каш вкусней. Интересно, а что на завтрак у друзей? Маленький бельчонок, рыженький бочок, целый день по веткам скок да скок. Он себе орешков наберет и на завтрак их грызет. Он себе орешков наберет и на завтрак их грызет. Ежики колючие в сад с утра пришли, и в траве под яблоней яблоко нашли. Радуются ежики и домой спешат, завтраком кормить ежат. Радуются ежики, лапками шуршат, будет яблоко на завтрак у ежат. Серый зайчонок сидит под кустом, лакомится зайка капустным листом. Хрум-хрум-хрум, весело хрустит, а потому никогда не грустит. Хрум-хрум-хрум, кто весело хрустит, тот, конечно, никогда не грустит. Бурый медвежонок в берлоге живет, больше всех на свете Мишка любит мед. Если ты не Мишка, не забудь, сладкого можно по чуть-чуть. Если ты не Мишка, не забудь, сладкого можно по чуть-чуть. Вот так. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик.